Около 5 миллионов рублей, предназначенных для учителей, были похищены. Преступления совершались в течение нескольких лет. Хасавюртовский районный суд накануне признал виновными 6 работников местного управления соцзащиты и 5 сотрудников отделения почтовой связи. Как стало известно, с 2014 по 2016 годы обвиняемые совершали хищение бюджетных денежных средств, общая сумма которых 4 миллиона 900 тысяч рублей. Деньги были предназначены для ежемесячной оплаты жилья и коммунальных услуг педагогов, работающих в сельской местности. Виновные приговорены к лишению свободы сроком от 1 до 4 лет и 6 месяцев условно. Помимо этого, заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.